Всем привет, дорогие друзья, с вами Гидон, и мы продолжаем проходить Mortal Kombat 11. Итак, друзья, у нас вторая глава «Дрожь времени». Поехали. В течение многих лет ты избегал правосудия. Ты поглотил все богатства людей из внешнего мира. Сегодня твой долг будет оплачен. Убей меня, Коталь, и ты не получишь ничего. Ты путаешь меня с Шаоканом. Я не посылаю преступников грабить бедных. Шаокан одобрял это. Его слово было законом. Твой хозяин мертв, как и его закон. Внешний мир никогда больше не будет страдать от его порочности. О, старшие боги! Рейден? Шаокан? Генерал Коталь? Коталь Кан. Кан? Жалкий дурак! Ты претендуешь на мой трон! Он мой заслуженный по праву. Ты был убит давным-давно, как и твое отвратительное порождение Мелина.
Мы были на турнире Mortal Kombat. Кун Лао только что победил Шан Цуна и Куан Чи. С момента тех событий прошли десятилетия. Для нас это случилось пару мгновений назад. Что за игру ты затеял, Рейден? Какая магия питает эту иллюзию? Если это иллюзия, то мы все ее наблюдаем. Возможно ли, что сталкиваются прошлое и будущее? Китана, Барака, Скарлетт и все чемпионы внешнего мира давно канули в лету. Если вы все здесь, то и... Я здесь, Коты. Джейд? Обычаи Оштек требуют, чтобы всем нуждающимся была предложена помощь. Я предлагаю ее тебе, Шаокан. Мне она не нужна. Я Кан из внешнего мира. Освободи мой трон, иначе я пропитаю эти пески твоей кровью. Лорд Рейден, что же нам делать? Я не знал Котеля ранее, но его считают человеком чести. Это правда, я хорошо его знаю. Тогда мы должны помочь ему, чтобы разобраться в происходящем. Глупый Оштек, сражаясь против Шаокана, ты разрушаешь свое будущее. Это у тебя нет будущего, Барака. Все Таркатаны мертвы. Это невозможно. Они объединились с Мелиной, чтобы сразиться со мной. Продолжай, и ты снова погибнешь. Файт! Теперь мы сыграем, ребяточки, за Котолькана. Ого. Жестко. Зараза, а? Ой, да ну ладно, хорош на меня прыгать-то. Камон. Что за обнимашки-то такие классные, а? Чё? Вот так, да? А ты черт тебя дери, а? Фатолочка! Да. Мерзкий Таркатан. Сирота, что стала убийцей. Лучше благополучно служить при дворе Шаокана, чем голодать на улицах. Раз Оштек, может, и практикует магию крови, но я мастер в этом, Котель. Понеслась, ладно, хорошо, дорогуша.
интересно, как это работает. А, ты не дала мне кинуть кость. Если вы понимаете, о чем я. Эй, че это было-то, я не понимаю. Да. Мощно. Слушайте, там какой-то здоровяк на фоне еще идет. Ты зараз. Есть. Ага, а вот и хрен тебе. Гордыня погубит тебя. Котель. Я думала, что ты мертв. Что с тобой случилось? Шаокан предал меня. Напал на наш легион. Меня оставили в живых лишь для экспериментов Шансунга. Только после его смерти я оказался на свободе. Пережить этот кошмар стоило того, чтобы увидеть тебя снова. Я не потеряю тебя дважды. Помоги героям земного царства, а я разделаюсь с этим. Ты в будущем мой союзник, а не враг, Эрон Блэк. К черту будущее, я живу сегодняшним днем. Учитывая, кем ты стал, я бы никогда не подумал, что ты такой безрассудный. Ладно. О, да, косточка хорошая прям. Зараз. Крутизна. Просто пропилил, блин. Круто, он горит в этом свете. Ты типа создаешь такой поток света, он там сгорает. Я заполучу свой трон. Внешний мир отверг твои бессмысленные войны. Империи должны расширяться или умирать. Эти завоевания служили лишь тебе одному, а не людям внешнего мира. Хорош, блин, уклоняется. О-о-о! Хорош, тут щиток валяется, мне нравится. На тебе, поджарься, засранец. Тварь, а? Больше болтай, блин. Есть.
черт тебя дери. Да я как-то... Даже подсветка какая-то у меня включилась. А, зараза. Все. Ты больше не Кан. Дивора. Шаокан, сюда! До этого я не переживал настолько странных дней. Котель-кан, я Рейден, защитник Земного Царства. Я тебя знаю. Мы знакомы вашу эпоху. Мы были союзниками, которые стали врагами. Я удивлен, учитывая нашу общую неприязнь к Шаокану. Все изменилось после того, как ты одолел Шинока. Шинок побежден? Наши миры объединились, чтобы сражаться с ним, но после победы ты ожесточился. Для защиты Земного Царства ты внезапно напал на все миры, которые считал угрозой. Этого не может быть. Наш Рейден носит амулет Шинока как символ своей ярости. Уверяю тебя, Котель-кан, я не тот Рейден. У нас есть общее дело, как в устранении этого излома времени, так и в разгроме Шаокана. Согласен. Лю Кан, Кун Лао и я вернемся в Земное Царство и узнаем, какие аномалии времени произошли там. Нам необходимо лучше понять явление, с которым мы столкнулись. Мои разведчики будут следить за Шаоканом. Что ж, видимо, пора прощаться. Только на время. Я не могу уйти, пока Шаокан угрожает внешнему миру. Я должна добиться возмездия за все то, что он сделал с моей семьей и со всей Эдении. Я обязательно вернусь за тобой, чтобы помочь, моя принцесса. Ты игнорируешь мои вопросы, Дивора. Я перебил твой народ, сжег этот улей, и все же ты помогаешь мне. Мы не можем доверять ей, ваше величество. Котель-кан верил ей, а она предала его Шиноку. Котель-кан, почему я мертв, а он сидит на моем троне? Вы пытались объединить Земное Царство и внешний мир, вмешались старшие боги, и Рейден убил вас. Тогда Мелина стала Каном. После того, как эта особь убила твою дочь, Котель занял трон. Ты убила Мелину? Если это правда, ты умрешь. Дивора под моей защитой, Шаокан, как и ты. Я Кроника. Легенды не врут. Я была разгневана тем, как развивалась история. И ты переломила время? Я остановила время. Я заручаюсь поддержкой всех тех, кто недоволен нынешним ходом истории. Объединяя прошлое и настоящее, мы можем привлекать союзников из обеих эпох. Что я получу, если буду сражаться за тебя? В новой эре я предлагаю тебе империю во много раз больше, Шаокан. Никто не сможет помешать тебе. Рейдена просто не будет существовать. Ты можешь стереть Рейдена из истории? Это грандиозная задача, требующая стараний и огромной силы. Необходимо защищать мои песочные часы, пока я буду работать. Способны ли вы, воины внешнего мира, уберечь их? Они сделают это. Видит Бог, я сейчас свихнусь. Может, кто-нибудь объяснит мне, что, черт возьми, происходит? В самом деле, я в будущем уже целый час еще не видел ни одного реактивного ранца. Ни единого.
Значит, это правда. Я ступил на темный путь. После поражения Шинок это изменился. Красные молнии, черные одежды, авторитарный стиль управления. Да, насчет этого. Что случилось с твоей темной версией? Почему ты единственный ребенок, а у меня есть злой брат-близнец? Будучи бессмертным, я существую вне обычных законов времени. Это может объяснить, почему на меня эта магия влияет по-другому. Благодарю. Странно, не правда ли? Не иметь возможности отдавать приказы. Это, по-твоему, странно? Да, и иметь дочерей нашего возраста. Ты посмотри на нее. Как так получилось, что у меня есть ребенок? От него? По крайней мере, она не актриса. Ну же, хотя бы подумай об этом. Каждый из нас в выигрыше. Этим летом Джонни Кейдж и Джонни Кейдж в фильме «Дрожь времени». Есть мысли, что нам делать дальше? В течение нескольких месяцев я получал туманные предсказания будущего, но ни одно из них не предрекало этого. Я должен посоветоваться со старшими богами. Люкан, Кунлао, пожалуйста, помогите спецназу, пока меня не будет. Да, лорд Рейден. Следуйте за мной. Командор? Да, мам, в смысле генерал. Я имел в виду... Для меня это тоже странно. Ты даже не представляешь. Что? Как бы это объяснить? Этим утром мы были на задании, и ты отдала свою жизнь, чтобы выполнить его. Черт подери! Серьезно? Да, и вот теперь ты здесь. Такая молодая, что запросто можешь быть моей сестрой. Кэсси, ты должна это увидеть! Спутник сообщает о нападении воинов из преисподней на Академию. Из преисподней? Уничтожение храма Шинока должно было остановить их? Это должно быть аномалия времени. Мы обязаны помочь нашим мастерам Шаолиня. Зачем воинам из преисподней разрушать твой альма-матер, Люкан? Грот дракона, который расположен под зданием Академии. В его недрах бурлит энергия Дзинсей земного царства. Плохи дела. Мы уже видели, что происходит, когда преисподняя наполняется жизненной силой земного царства. Им не достичь грота. Он защищен могущественной магией и самыми смертоносными ловушками. Я уверен, что наши двойники из вашей эпохи уже разбираются с ними. Кунлао, Люкан, возможно, вам лучше присесть. Я умру в Колизее? А ты на крыше, сражаясь с Рейденом? Наше будущее, Люкан, это безумие. Одержимость будущим не изменит его. Как не изменит его и то, что мы смиримся с судьбой стать злыми предводителями нежити. Я не смирился. Но мы не можем изменить будущее, которое мы не понимаем. Лорд Рейден будет направлять нас на путь истинный. Можем ли мы доверять ему? Похоже, из-за него нас обоих и убили. Ну что ж, дорогие друзья, похоже, у нас началась новая глава, и ее мы начнем проходить уже в следующей серии. А на этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, все ссылки под видео. С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей миссии.